Всем доброй ночи. Я сейчас снимаю заказ для Юлии. Это бегония птеридиформис, укорененный черенок. Вот такой вариант Юля к вам поедет. Так, ну я всегда всех предупреждаю, что это растение нежное. И бывает, что, ну скажем так, не совсем удачно переносит отправку. В этом случае я всегда говорю, не переживайте, я всегда делаю замену. Ну, то есть, если прям совсем придет мертвый-мертвый, то тогда сделаю замену. Но вот сейчас осень, на замену в буквальном смысле у меня очень мало растений. Ну, я имею в виду, надо еще резать и укоренять, поэтому готовые варианты будут только уже к зиме ближе. Так что, Юля, если к вам придет растение совсем в плохом состоянии, тогда просто весной отправлю. Ну, либо могу отправить срезку. Ну, там посмотрим. Загадывать не будем. Главное, не переживайте. Все решаемо. Это просто вопрос времени. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. И до встречи на страницах моей группы. Пока-пока.